В мэрии без перемен. Пока. На заседании городской думы глава города Владимир Шарыпов оставил на местах все комитеты и отделы. По действующим нормативным документам, вступивший в должность мэр, в двухнедельный срок должен предоставить парламентариям на согласование проект структуры администрации. Владимиру Шарыпову времени, чтобы присмотреться, продуктивно и эффективно ли работают чиновники, пока не хватило. Кадровое решение, отметил мэр, еще впереди. На этом же заседании Владимир Шарыпов назначил первых заместителей. Ими стали Сергей Золкин и Игорь Чебыкин. Глава города отметил, что работой обоих он очень доволен и в управленцах видит опору для своего поста. Времени было достаточно мало для того, чтобы принимать какие-то серьезные кадровые решения, серьезные структурные изменения. Я, как неоднократно говорил, у нас изменения будут последовательные, эволюционные. И, соответственно, я думаю, что первые структурные изменения у нас появятся именно к следующему заседанию городской думы в декабре.